осязание лайк по медведю и кабану, посвященный памяти Ильи Давыдовича Перельникина. С 1946 года он член Московского областного общества охотников. И вот с той поры Илья Давыдович не расставался с ружьем, с охотой и лайками. Участвует 6 команд. И 3 личных. Жеребьевка проведена. И согласно жеребьевке команды распределили следующим образом. Первый номер Москва, второй председатель экспертной комиссии по кабану Иван Антонович Довгучец. Все тоже давно уже знаете этого эксперта. По медведю эксперт с российской категории, всем очень хорошо известный эксперт Юрий Дмитриевич Антон. Первый день состязания пятых интернациональных Бетусова, 1999 год. Выступает пара по медведю. Первая пара — Россия, Москва. Председатель комиссии Юрий Дмитриевич Антонов, город Москва, Россия. Член экспертной комиссии Добрый Юрий Николаевич, город Москва, Россия. Синица Владимир Николаевич, город Минск, Беларусь. Проводки медведя. Собаки очень молодые. Маленькая поправка. Работают собаки из Санкт-Петербурга, а не Москвы. Вот это рыженькая сука. Это третья генерация породы Яковлева.
Еще одна поправочка. Предыдущая пара, которая отработала, оказывается, была Москва. Работает пара Ленинград. Одна из них сука. Третья генерация по радио Яковлева. Давайте, 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 поактивнее. Все отойдите оттуда. Отойдите все оттуда. Один судья только может стоять. Давай, 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 давай. Все, кто должен движение, тогда... Отлично. Кабаном и на вашей площадке тоже собаки привязаны, собаки. Обе собачки по линии Рады Яковлева. Кобель от Кинара через Раду и Белада, Суха от Кордона через Бурана на Раду. Совещается экспертная комиссия. Прошлая пара по расценке экспертной комиссии получила 60 баллов, московская. Расценена как пара, да, на третий диплом. Украинская пара. Хватит, все. Петрик Лесов Александрович. И его пара. Вот эта сука.
потомок Кинара, на Раду. Кобель, прямой потомок. На дымах рабку. Да? Ну, ну чего же ты, а? Ну пойдем. Ты белина. Не поддержал. Так, кто там у нас? Медведь в ожидании очередных собак. Володя. Егерь на проводке. В ожидании очередного ожидания. Белорусская пара. Русско-европейский кобель. Владелец Даркевич. Кличка. Ярик. Вот этот ярик и работает один из пары, практически. Другая собачка откуда-то из леса подлаивает. Питомника Урман Аян. По кличке Красавчик. Через Инку Яковлева. Ингура Кинякина. Yeah.
10 месяцев. Нормально все. Один держался, ну и второй кабинчик тоже не был. Ну тут, вот. Тут за смелость Аглаева можно уйти, как бы 16, ну, так можно дать. Если мое мнение. А вот следующее, злобность и приемность эскалатов в районе. Вот что и получается, что у нас тот кабель Серапеги, он ни одной хваточки, даже потычки не сделал. А если бы выступал один серый кобель в одиночку, то он бы прошел очень высоко. При высоких баллах диплом первой степени наверняка. Во всяком случае, по этой работе, которую мы сейчас видим. Ну, а в силу того, что они были заявлены как пара, а вторая собака по правилам обязательно должна давать тоже хватки, хотя бы щепки большие болевые. До Серапеги кабины не сделал ни одного раза. Более того, отходил. И ни скот он практически не помогал красавчику. Все равно собака стоит. Ah!
Данилыч. Всем вам стремиться к таким вот успехам и иметь таких собак. Такие собаки есть, не только в Смоленске, но и в других местах. 90 баллов, диплом первой степени. Вот. За смелость и облаивание 22 из 25. За злобность и приемистость хваток 23 балла из 25. За ловкость из 15-14 и 18 баллов за вязкость. Ну так, это уже судейские съемки такие небольшие. 90 баллов. 2,5 минуты. Белорусская пара. Вот так мы на медведя накакать хотели. Родина моя, белая Русина. Песни партизан. Давай, потому что время у нас подтягивается. Чья собака? Ну не знаю, кто. Урал? Да. Урал Иванова, да? Да. Ну, он хороший собака. Давай, 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 давай,
Володя, не злится. А не тот ведь темный, ёбашу. Не надо, один темный, другой. В зачете Самара Иванов. На клуб охота. Oh, yeah.
так. Это уже третье. Третье. Да, третье. Не-не-не. Опа. Вот еще. Опа. Еще. Молодец, Тина, молодец. Ай, моя девочка, молодец. Молодец. Умница. Да нет, 15 минут, я ей давал первый диплом. У меня получал. У меня она у нас на поляне считает. Тунгус, владелец Таховский. Смоленский клуб охота. Толя, собаки не напирай, там остановись. Как его бишь, кличка-то этого кобеля? Тунгус. Стаховский. Стаховский, да? Владелец. Ну, он тоже уже, так сказать, полевой боец, известная собака всего. 4 он нанес таких болевых сильных удара по зверю. В общем-то, все такие работы, которые должны быть. Вот цвет хорошо взял. Злобность и приемистость немножко вот мы ему там понизили. А смелость — очень такой кобель великолепный. Итого вязкий кобель из 20-18 баллов получает. 84 балла, диплом первой степени. Ура! Тугус! Работает Даян из западно-сибирской лайки и Дик русско-европейская. Смоленский клуб охота. Yeah.
лайка, значит, Дик, да? Да-да. И это самое, западносибирской Даян. Ну, в принципе, значит, работали, конечно, они старались. Итог у нас 64 балла без диплома. Значит, работала пара, не сделала ни одна из собак не сделала ни одной хватки. Вот. А значит, правила гласят нам, что 64 балла, вроде бы как на берложный. Берложный, значит, диплом берложный по паре не присуждается. Поэтому рабочая единица это оставляется без диплома. Раздит, как задницу показывает, да? Угу. Через это, через ноги смотрит. Так, в команде будет 3 или 4. И московский комплекс на состязание лает. Июнь 2000 года. Сибирская лайка по кличке Вега. Ну что, показала более лучшую работу, чем вот здесь. Набрала в итоге 67 баллов. Это 7 за след, 17 за смелость облавина, 17 злобность, 12 ловкость, 14 вязкость. Сделала одну хватку. И две попыточки, значит, у ней были
вот при движении зверя и так в рабочем состоянии. Значит, набирает 67 баллов, это диплом третьей степени. По медленности. Номер у второй команды представителей Смоленска. В первом номере выступала пара Барц, западносибирская лайка, и Гром. Так, и Гром. Где вот они тут по окрасу? Серый — это кто? В итоге работы пара набрала 62 балла, но оставляется без диплома. Тут, значит, какие расценки? Тут, значит, мы поподробнее. А след 13, хорошо прошли. А дальше смелость. За смелость получает 13. Почему 13? При работе в паре не набрасывается на зверя. Значит, одна попала, вторая не выручает. До 12 баллов, значит, 12 баллов снимается из 25. Поэтому здесь, значит, за работу мы поставили 13. Дальше. Значит, злобность и прием 18 баллов, высокий, все нормально. Сделали, значит, серый — две хватки и два щипка, рыжий — два щепочка, но вот два раза попадает под медведя. Ловкость 3,
Вязкие собаки 14 баллов, в итоге 62, и еще раз подтверждают, но без диплома, так как, значит, собака попала по зверя, а вторая, то есть вот этот параметр смелости облаивания, на диплом должен быть минимум 16 баллов. Здесь 13. Есть вопросы, нет? Работает кунгус Саховского. Габель от Бурана через Раду. Радин внук. Совершенно не та, которая у нас. За собаками смотрит, будь здоров. Oh!
Собака набирает 73 балла, диплом третьей степени, берложный. Очень понравилась нам работа этой собачки. Значит, началась с трагической, так сказать, начала. Выскакивает собака, злобно, медведь чувствует, что это уже собака такая, начинает убегать. И в этот момент она, сходу проскакивает под медведем, задевая спиной, а брюхо, зверя. Вот. Зверь не понравилось это ему. Вот. И в один из моментов, все-таки попытался этот зверь схватить собаку поперек. Но она увернулась, за что за ловкость получила 13 баллов. За след 12, за смелость облаивания 18, то есть очень смелая собака, работает плотно. Ну а поскольку хваток вот не сделала, с натяжкой 16, очень вязкая, 14 баллов поставили. В итоге 73 балла, но вот по правилам только диплом третьей степени, только...